Приветствую вас, друзья. Мы продолжаем выживать в космосе в игре Station Earth. И в этом видосике мы, наверное, сделаем курятник. У нас есть оплодотворенное яйцо. И я думаю, может, где-то здесь его и расположим. У нас тут тепло, у нас тут хорошо, светло. Пригодный воздух. В общем, я думаю, мы из этого яичка... мы получим цыпленка, а потом уже курочка. Блин, ну это прикольно. В космосе свое будет животноводство, можно сказать. Птицеводство, точнее. Я еще курочки посадил, немножко кукурузки, немножко папоротника. Сейчас дождусь, пока у меня появятся семена. Соберем их и отправимся. Сделаем. Во-первых, кстати, уже можно взять вот это оплодотворенное яйцо. Напоминаю, что нужны пригодные условия, чтобы оттуда вылупился цыпленок. То есть, как бы, чистый кислород. Углекислый газ не особо страшно, тем более тут 10%. Вот. Чтобы было тепло. Ну, раньше было так. Сейчас написано вот 3-7 часов, яичко протухнет. Ну, надеюсь, до протухания у нас успеет вылупиться цыпленочек. Ладненько, яичко, давай, вылупляйся. Мы ждем цыпленка, а я пока пойду гляну, что там у нас с кормом. Что у нас с кормом, который я положил в холодильник, да? Главное не дать цыпленку вот этот корм. Так, кукуруза 18 штук. Ну, как бы этого достаточно очень, прям, я бы сказал, даже очень. Холодильник включен, да. Это прям, мне кажется, вообще надолго. Смотрите, уже бегает цыпленок. Вообще, как так быстро, ё-моё. Надо закрыть двери, чтобы он никуда не убежал. Интересно, он будет отсюда прям с грядки кушать? Ладненько, мы сейчас тогда принесем немножко кукурузки. Цыпа, короче, ты никуда не уходи, мы сейчас возьмем тебе корм. Так, ну, можно пшеницу, но у нас ее мало, поэтому возьмем кукурузки. Давайте разделим. Да, возьмем, наверное, 2 кочана кукурузы. И цыпленку этого, думаю, будет достаточно. И надо учитывать то, что у меня всего одно оплодотворенное яйцо. И летать на ракете я не хочу еще за одним. Поэтому надеюсь, что вот этот цыпленок у меня выживет. Поэтому надо его кормить. Кстати, что ты уставился сюда? Я тебе вот еду принес. На, жри. Ну-ка, подкрался, ну, есть. Судя по всему, не хочет. И только посмотрите на этот безумный взгляд. Взгляд пустоты, который он сейчас наблюдает за окном. Ну, короче, я так понимаю, не хочет он кушать. Ну, ладненько, дождемся тогда, когда тут у нас появятся семена. Семена у нас пока почему-то... Только папоротник у нас созрел для сбора семян. Ну, тогда собираем папоротник. Вот. Единственное, что да, есть такой маленький минус. Это... Ну, когда будут у нас яйца влупляться, у нас такие вот шкорки от яиц. Чё ты тут раскидал тут корм? А можно поднять или переименовать? А, у меня с собой нет этого обзывателя, ну. Ничего страшного. Короче, вот эту нижнюю часть скорлупы. Ничего с ней нельзя сделать. Поэтому, короче, будем кидать ее в утилизатор. Смотрите, он пинает корм. Не корм, а семена. Может, ему семена нужны рассыпать? Так, отлично. Кукуруза есть. Опачки. Смотрите, у нас есть теперь курица. У нас цыпленок подрос. И... Курица у нас что-то сходит с ума. Она почему-то уставилась в потолок и прыгает на задницы. Это знаете, как вот черепаху, если перенуть на панцире, она будет болтаться. Так вот, сейчас вот ситуация подобная с курицей, только она на жопе лежит. И не знаю, ничем нельзя помочь. Судя по всему. Так, ну будем надеяться, что она поднимется. А мы пока тем временем сейчас соберем семена. Семена кукурузы.
И все-таки вот мне интересно проверить, будет ли курица брать урожай с грядки. Офигеть, у нас уже семян этих. Я думаю, надо курице дать отдохнуть. И тогда она встанет на ноги. Либо открыть окошко, и пускай она полетает в космосе. Может быть, невесомость ее спасет. Офигеть, сколько у меня, короче, семян. Семян кукуруз у меня очень много. Очень много, даже я сажать больше не собираюсь. Так, папоротник растет. Ладно, курочка, у тебя... Мы пока... Нет, не буду забирать, вдруг она подохнет. Блин, ну я не знаю, может... О, надо было просто пнуть курицу. Все, давайте пока возьмем кукурузку, интересно. Она рано или поздно все равно проголодается. Я хочу заняться экспериментами. Вот я раньше этого не делал, сейчас займусь. Я хочу попробовать переименовать курицу, либо перекрасить. Я не знаю, возможно ли это. Звучит, конечно, смешно. Аж пить захотелось. Чего я пошел сюда? А, я пошел. Ну, в принципе, нам потихонечку надо уже одеваться. Сейчас пойдем заборчик делать, потому что отгородить лучше... Короче, лучше отгородить курочку. Вдруг она будет жрать у нас урожай. Видите, она вот вокруг не уходит. Не пофиг что. Вот, валяется кукуруза. Так. Курочка, давай попробуем тебя переименовать. Смотрите, можно переименовать курицу. Давайте назовем ее. Еще надо умудриться поймать эту курицу, чтобы нормально переименовать. Стой. Стой, проклятая, стой, окаянная. Но я думаю, так можно. Назовем ее, не знаю, чупакаброй, давайте. Хотел назвать ее чикенбургер, но потом передумал. Смотрите, она вот между грядок ходит. Но пока кукуруза не созрела. Давайте все-таки поэкспериментируем. Ну, живет курица. И, в принципе, если она когда будет умирать, у нее будет статус здоровья нарисован. Она поняла, что у меня в руках кукуруза и, наверное, нападет сейчас. Или быстрее урожай сейчас. Вот, папоротник можно забрать. Папоротник, я думаю, курицы не жрут. Так. Как кукуруза не созрела. Все, сейчас попробуем еще тогда покрасить курочку. Ну что-то я дико сомневаюсь, что это получится у меня. Ну хотя я дико сомневался, что я переименую ее. Однако можно, видите, тут развесить целый курятник и переименовать каждую курицу. Можно было попробовать, кстати, даже на цыпленке. Ладненько, давайте, у меня вот есть черненькая краска. Нет, курицу покрасить нельзя, как бы так странно не звучало. Она пытается меня сдвинуть с места за то, что я хочу ее покрасить. Ладно, короче, хотя бы переименовать можно, или это что? О, да, чупакабра, вот видите. Чупакабра, что-то тебя плохо видно, давайте включим свет. Безумный взгляд просто. Ладненько, ну что ж, курица... Ой, это... Пока он тут бродит. Пускай бродит. Посмотрим за урожаем, последим. Значит, я сейчас эту кукурузку выложу. А мы сходим пока... Я вам покажу, что я сделал с ракетой. Ну как, не с ракетой, а с комнатой. Где там весь утиль ко мне приходил. То есть я построил там... ну, такую маленькую корзинку. Мы туда скидываем барахлишко. Да боже мой, что ж ты так дышишь? Ну, в общем, сейчас я залезу наверх, заеду. Построил конвейерную линию, транспорту точнее, прямо утилизатор, который ведет. И попробую сейчас вот от всего избавиться. А тут, ё-моё, просто до хранилища всего. Вот, короче, не корзина, а... приемник, вот. Давайте все сюда поскидываем. А тут много чего просто поскидывать. Ненужное, блин, возьмись. Да не выключить, а возьмись.
И потом на входе, а это что вообще, кстати, я взял? Утилизатор, в утилизатор кидаем. Посмотрим на входе, что там, то есть на выходе, что получилось. Ну, судя по прошлому видосу, короче, из обломков, то есть металлома, у нас ничего не получается. Ну тут помимо обломков есть еще какой-то вон гироскоп, это с корабля. Ого. Такая большая не влезла, а не влезла все. Радиаторы, вот сталь будет у нас. Провалилась? Провалилась. Блин, вот что-то такое. Так, собираем мусор, мусор, чтобы было полный стак у нас. И пойдем посмотрим, что же там, мне вкусно интересно. Мне кажется, опять как всегда, ну хотя одно железо не может быть, потому что тут, тут много чего интересного должно быть на выходе. Так, ну вот это я отложил, я это не буду выкидывать. Кроме электровентиль, нет, не буду. Возрождение мне нафиг не нужно. Тоже выкинем. Блин, сколько много хлама. Так, ну все, осталось тут чуть-чуть. Так, вот еще огрызок остался. Да я не знаю, вентиль нам по сути тоже не нужен, ну ладно. Провалился? Провалился. Жидкостный электровентиль, ну, мне он не нужен точно. Если что, в принципе, сделаю. Труба какая-то еще. Так, все, а, какой-то обломок спутниковой антенны. Все, нагреватель для труб, это же, это батончик. Ладненько, пойдем, у нас времени мало, посмотрим, что там у нас получилось. Блин, тут, мне кажется, коридорчик нужно продлить, чтобы я... Жетпак у меня постоянно не включался. Что с энергией? Нормально. Живем мы 127 дней. А итак, у нас тут, кстати, много чего получилось. Ну, давайте... Поскидываем, посмотрим, что у нас тут. Смесь реагентов, слиток стали. Выползай. Печка просто у меня разогрета, поэтому сразу у нас смесь разделилась. Один. Это, мне кажется, а, это инвар у нас. Надо будет, блин, порядок навести вот тут. Да, кстати, да. Порядок, и плюс ко всему, постепенно мы, наверное, будем приближаться к завершению сезона. В принципе, я все возможное... Что это такое? Я что-то смешал, что ли? Блин, теперь просто в этом центрифугу кидать. Ну да, собственно, мы это сейчас и сделаем. Близ туда. Да падай туда. В общем, идет у нас дело все в завершении. Я думаю, вот это вот предпоследняя серия. Мы сейчас вот эту курочку вырастим, накормим. Получим яички, что-нибудь приготовим. Если успеем, конечно. Вот. А в следующем видосике мы тогда уже... Я доведу базу до ума. Пройдемся по ней, посмотрим, что было вообще... Что тут было сделано. Какая автоматизация тут у меня была. И настроена как. Пройдемся еще раз по программкам. Ну, собственно, сделаем обзор базы, и на этом будем заканчивать с космосом. Ну, и сразу могу сказать заранее, что в космосе выживать это просто... Просто кайф. Ресурсов много, газов много. А за солнечную энергию вообще молчу, которая у нас круглосуточная. Инвар. Ну вот и все, мы разделили все. А, вот еще тут 9 штучек осталось. И еще один инвар. Круто. Так, сейчас перепроверю, да. Ну, стакуем тогда медь. Железо. И где тут у нас? Нет, вот здесь. Блин, уже места нет. Ладно, потом переплавлю все. То есть с ресурсом у меня вообще беды никакой нет. Ладненько, прям тебе наведаем курочку. А то я уже немножко соскучился. Закрыл двери, чтобы
Никакой бабай сюда не зашел. И выключим тут печку. Да, выключим печку. Я же хотел сделать перила, ограждение или как там. Перила вроде как называется. Перила, да. Сделаем, наверное, штук 10. Так, назад. Вот, 10 штучек. Делаться они у нас относительно быстро, так что сейчас так уж и быть дождемся. 3-4. Сейчас представляю, когда приходим, у нас весь урожай уже курица съела. Она же должна там яйца нам снести. Сейчас посмотрим. Так, во-первых, кстати, сегодня мы, наверное, вряд ли ничего успеем сделать из выпечки. Я хотел тыквенный пирог. Вот, потому что нам тыкву ж надо тоже посадить. Сейчас посмотрим. Вообще посмотрим, что там для тыквенного пирога требуется. Там, может, у нас вообще ничего не хватает. Тыква. Тыквенный пирог. Тыквенный пирог. А, 10, да, тыкв нам нужно, вспомнил. И 100 муки. Ну, как раз таки муку мы нашли в космосе. Ну, не как в космосе, в этом. Так. Так, это снимем. На ракете, точнее, в ракете. Урожай вырос. Курочка бегает. Снесла нам одно яичко. Всего-навсего. Чупакабра, шаты, да? Оплодотворенных яичек она нам не снесла. Короче, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Не, походу, все-таки она урожай с грядки не берет, но... Она, по сути-то, еще не голодная, я вот за что. Нет уже, да, статуса, то, что он голодает. Яичко мы сейчас спрячем сюда. Молока как раз 100 мл, да. Нам, по сути, нужно посадить это тыквенный пирог. Тыкву. Вот она. У нас 3 штуки. Блин, короче, не, я точно не успею в этой серии все сделать. Так, ладненько, тогда я сделаю чуть по-другому. Я огорожу нашу гидропонику от курочки. Только я не знаю, тут, наверное, у нас... А, нет, станет. То есть, кстати, перила можно выбирать, да? Есть вот такие. Вот такие. Так, а ну уходи отсюда, курятина. Так, да, уходи. Если что, мы же можем перепрыгнуть, да, зайти сюда. А нифига. В отличие от курицы, мы сюда не можем попасть. Ну, сделаем туда вот один проход, оставим здесь. Ладно, пока это выкину здесь. Жаль, что никакие тут, типа, что-то подобие двери нельзя сделать. Так, ну что ты, курица, будешь у нас голодать? Или ты вообще не голодаешь у нас в космосе? Чупакабра. Ладно, не буду я морить курицу голодом. Вот. О, она пока, видите, я только сказал за голод, она мне сразу снесла яйцо. Замечательно. Теперь у нас еще одно яйцо есть. А их стаковать нельзя, да? У нас уже места в холодильнике нет. Дожились. Так, ладно, тогда вот этот паштет. Блин, боже мой, она что-то звонять сейчас начнет. Фу, с этим звуком еще мерзким падает. Да, в этом сезоне мы не делали компостер, ну, только можно за него уже разговаривать, вести речь. То есть, просто мы берем компостер, закидываем вот эту гадость, добавляем водички и у нас сделают удобрение. Так, закрываем. Вроде можно так даже сделать. Да. И прям сюда ложить. Нет, нельзя. Так, тоже эту гадость уберу. Блин, что на... А, стакуется. Все, отлично. Уберем с холодильника, чтобы там не воняло. Все, ладно, курочке надо дать покушать. Можно тогда начнет нести оплодотворенные яйца. Кстати, а почему именно курицы? Почему вот нет петухов в игре? Непонятно. Ладненько. На, курочка.
Пойдем посмотрим, как она прибежит или нет. А мы такие, оп. А, нету кукурузы. Ну-ка. Она целеустремленно летит, смотри, все раскидывает. Опа, и обошла, да? То есть, ты не хочешь ждать. Да, короче, не голодная у нас курица, видать, может что-то пофиксили, потому что помню раньше они жрали просто как бешеные мамонты. А, это, не знаю, как это сказать, передать, стоило развести там, не знаю, ну, куриц 10, и им даже стака кукурузы не хватало, на, не знаю, на несколько минут. То есть кидаешь вот этот стак кукурузы 10 штук, они пробегают, затрепали его и все. А ну что-то просит. Может, на курицу. Курица уже не ест кукурузу, хотя, кажется, вряд ли. Она просто не голодная. Интересно, а если мы спрячем кукурузу сюда и закроем все это дело перилами? Ладно, я не живодер. Короче, ладно, с курицей все понятно. Она хавать не хочет. И, ну, я тут кукурузу рядом кину. Пускай хавает. Если она не пропадет, конечно. Тут осталось... 4 часа написано. В принципе, что, пускай гуляет даже здесь, ничего страшного. Я же так понимаю, курицы нас по лесам не могут перемещаться. Так, бываем, одеваем. Ну и по сути, я думаю, будем на этом, наверное, закругляться. Сейчас еще раз пробежимся по, хотел сказать, по даче, по базе. Единственное, что я хочу все-таки замутить вот тут какой-нибудь вход красивый с мигающими лампочками, там, типа индикацией. Вот, не знаю, пока что еще не придумал, как именно это будет выглядеть. Ну, там ступеньки, все такое. Здесь у меня такой будет небольшой выступ. Возможно, да, и вот тут я закрою все вот такими решетчатыми полами. Вот. Это что касается верха. Блин, вот этот огрызок мне не очень нравится, ну. Блин, с ним. Так, тут я... Тут я, наверное, тут закругление сделаю. Сюда у нас будет уходить. Тут просто... Просто будет плоская крыша. Там плоская. Ракета останется ракетой. Это оставим как есть. Вот. Ну, в принципе, по базе посмотрим. Посмотрю, короче, что может тут сделать, чтобы хоть как-то и вид придать. Единственное, что не знаю, что с низом делать. Я привык выживать с гравитацией. А тут получается, что мы можем, по сути, и внизу, если правильно переместиться. То есть мы можем как угодно в космосе, в этом пространстве перемещаться. А тут... Короче, я не знаю, что с этим подвальным помещением делать. Либо закрыть его просто блоками. То есть вот это сейчас мы уберем, а просто вот так... Этими, как он называет, панелями зашьем, и все. Будет плоский пол у нас. Ну, я думаю, и все. Ну, можно, в принципе, еще на ракете побаловаться, что-нибудь, что она интересное привезет, посмотреть. Ну, и тут, я не знаю, вот эту штуку, наверное, уберем тоже. Трансмиттер мы в другое место перенесем. А вот тут единственное, что закрывать не стоит или стоит. Посмотрим. Так, у меня тут где-то был радиатор. Радиатор у меня вот он. Так что нормально. Курочка не хочет хавать. Яйца что-то плохо несет. Да, надо было поискать на ракете еще, наверное, яйца, чтобы хотя бы парочку курочек у нас тут бегало. Чтобы они побыстрее оплодотворенные яйца приносили. А то за все время, пока я снимаю ролик, у нас только... Всего-навсего два яйца, и то курица жрать даже не хочет. То есть и все для полного... Все, короче, хватает для полного счастья. Я бы, конечно, хотел поэкспериментировать, открыть тут окошко, но... Ну, не хочу. Жалко курочку. Тем более, смотрите, как она смотрит. Ладненько, друзья, короче, хватит баловаться с курочкой. На этом, наверное, с вами будем прощаться. И в следующем видосике мы будем завершать этот сезон...
пробежимся по базе. Я думаю, к этому времени добью. А что не добью, ну, вместе с вами добьем вместе. Так что спасибо всем за просмотр и до скорых встреч.